Первый начал первый. Эта водочка не что иное, как бывшая коробка от апельсинового сока. Обычная пачка, которая продается в любом продуктовом магазине. Ее металлический парус – это обрезок алюминиевой банки, пивной, либо из-под напитка. Закреплена эта жестяночка всего лишь одной проволочкой. Такая конструкция водочки очень удобна. Ее парус складывается, и она занимает мало места в шкафу для игрушек. При необходимости мы его раскрываем, поджигаем свечку, и наш кораблик готов к использованию. Маленький нюанс. Сильный наклон или сильное поднятие паруса будет уменьшать тягу. Поэтому используйте угол примерно 45 градусов, так чтобы горячий воздух, упираясь в наш алюминиевый парус, хорошо толкал наш катерок. Если вам будет сложно сделать именно вот такой пароходик, а может кто-то сделает это красивее и лучше. Вот. Но для ленивых я предлагаю вот такую конструкцию. Вы уже видели, как она плавает. А состоит она буквально из двух частей. Опять-таки, помоечных. Кусок банки. Я его изогнул в виде вот такой вот латинской буквы S. Подогнул края и закрепил на подложке из пенопласта. Все, больше ничего делать не надо. Поставили свечку, подожгли, и корабль плывет. В дальнейшем я планирую развить эту тему и сделать еще более крутой пароход, который будет выглядеть более мужественно, а плавать еще более быстро. Кроме того, я собираюсь применить некоторые ухищрения, которые позволят моему пароходу, работающему всего лишь на одной свечке, плавать заданным курсом. Если вы захотите узнать, как я это сделал и получилось ли что-нибудь у меня, смотрите на моем канале выходящие ролики. А на этом все. Всем до свидания. Пока.